Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами очень мощным средством от комаров и мошек. Работает безотказно. С тех пор, как мы открыли для себя этот рецепт, вся наша семья вздохнула с облегчением. Ведь именно вечером хочется поработать, посидеть с близкими, пожарить шашлык или банально прогуляться. И эти незваные носатые гости порой не дают покоя. Перед тем, как расскажу рецепт, я хочу вас попросить поставить лайки и подписаться на канал. Я буду вам очень благодарен. Спасибо. Итак, слушайте сам рецепт. Он очень простой. Нам понадобится любое растительное масло, столовый уксус 9% и любой шампунь. Это все необходимые ингредиенты. Берем их в одинаковых пропорциях. Например, взяли всех ингредиентов по одной столовой ложке. Смешали. Получается эмульсия белого цвета, у которой срок годности не ограничен. То есть можно делать впрок и потом не заморачиваться. Далее, что делаем? Перед выходом на улицу все открытые части тела намазываем этой эмульсией. Идем, делаем свои дела, занимаемся хоть до темна. После того, как возвращаемся в дом, смываем суперсредство от комаров и возвращаемся, собственно, целые и невредимые. Вот и все, дорогие друзья. Средство проверено всей нашей семьей, нашими знакомыми. Попробуйте и вы, не пожалеете. На этом буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока.